Бегом, бегом, бегом. Господи, слава тебе. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Больше всех хотя, Господи, уповай, Ты даешь им пищу во благовремени, отверзаешь Ты щедрую руку Твою, исполняешь всякое животное благоволение. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. За молитвы Пречистой Тебе Матери и всех святых Твоих, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже, милостью будь мне грешен. Создал мне, Господи, помилуй меня. Вячеслава согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Ну-ка перекреститесь, поклонитесь, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Еще раз, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот до утренней, говорится, зарядки, не знаю, чего у вас там бывает. Но здесь это вам зарядка. Я пришел-то сюда почти случайно, у меня там своя работа. И посмотрел, как работает. В первую очередь замечание взрослым. Колят дрова какие-то направо от метки, не меньше, чтобы 3-4 метра были дети. Они у тебя на расстоянии 2 метров. Полено летит далеко. Как будто не видит, мол, бьет и... Техника безопасности. Знаете, что такое? Да. Безопасность. Мы строим большое, огромное здание, семиэтажное. Начальник все предусмотрел. Во это время доски, а доски принимать надо в окно. Но она доска-то, пачка досок-то, разворачивается по-другому, не прямо идет, чтобы в окно тебе попало где-то. Он тянется, тянется, голова перевешивает, а он ПЗУшник. Он, можно сказать, и несовершеннолетний еще. Он опрокидывается, 7-го этажа летит вниз. Теперь до инженера по труду, по технике безопасности всех под нож. Он упал, да, остался живой, правда, глаз выскочил, там обе руки переломаны, там шея, позвонок. Ну, 7-го этажа брякнулся об асфальт. Что там будет где-то? А что? Потому что надо сказать, ты принимай только тогда, когда через подоконник доска зайдет к тебе. Тянуться не надо. Он решил, парень-то видно, что старательный был ты. Его нет, он на всю жизнь инвалид. Это было 30 лет назад. Живой он или нет, я не знаю, город Искитим. Понятно? Вот это если держит, двое пилят, это держит и наклоняется над пилой. Ну рука или выскочила, которая ручка, или просто из рук она выскочила. Она тебе на тот-то тянет, он не видит, она сразу тебе владелец заедет. Брать что-то другое нужно пилить? Положи как? Здоровый парень. Он не просто поставит пилу, чтобы зубьями она была вовнутрь, около козла, а он ее плашмя зубьями, то есть она вот такое пространство, зубья пила, пила острая. Даже не придумал, не видал в жизни, чтобы так, такую дурь гнал. Единственное, что хорошо умеет, пальцы грызть свои. Понимаете, это все признаки буйного характера когда-то придет. Он поймет, наконец, жизнь проиграна. Ничего нету. Ничего не будет дальше. Останется у тебя только обрызанные пальцы. Тогда ко всем будет зависть, ненависть и прочее. Сегодня еще можешь отговариваться, завтра не будет времени. Потому что с тебя будет спрос как с большого. За рулем у тебя не так. Надо смотреть, а ты пальцы будешь грызть и глаза в разбежку. Никаких правил не соблюдать. Рот закрывать, когда позеваете. Я смотрю, вот, ну редко-редко, который дал мерку. Какая мерка была? Подхожу, мерки нету. Ну длина такая. Ну можно пополам, хотя бы на глазок. Глаза закатит, или одна щурка такая, другая такая. Пополам-то разделить, она как раз и была бы для печки. То не понимает, то есть ему это не надо, это не японец. Я все время вспоминаю Хаджи Мурата, когда там разграбили то, что мусульмане приготовили на зиму сено, а русские пришли, сожгли, пчел разграбили, там убили. Они собрались отдельно, русские ушли, старики, и приезжают, о Аллах,
а зачем эти люди живут на свете? Это о нас говорится. Зачем мы живем, землю поганим? Мы проехали от Дальнего Востока до границ страны. Нет ни одного места, что было не загажено. Нет нигде. Эта земля будет отдана другим. Это не я говорю, это говорят все. Это говорится в храме среди московской столицы нашей. Дмитрий Смирнов. Мусульмане ближе ко Христу, чем мои, говорит, крещенные. Ближе. Эту землю Бог отдаст другим. И придут сюда китайцы. Они лет пять будут собирать все эти бутылки вот таким слоем. Мусор весь этот закапывать. И будут проклинать тех, кто жил. Я однажды разыграл так. Давайте вот. Ну, мы были в Сакраменто. Город в Лос-Анджелесе. Чистота не надо говорить какая. Там, наверное, зубной щеткой асфальт чистит, где торговал. Ни одного листика. У нас, где он торговал, ушел, у него все здесь. Я оправиться еще здесь. Вот если бы кто-то сделал так, утром проснулись, и город Барнаул, жители Барнаула оказались бы в Сакраменто, а Сакраменто в Барнауле. Как бы они себя вели? Ну, первый бы вот тут оно, кто же это почистил-то? И дальше опять началось бы. Через год они бы, как говорится, до самого конца. А эти бы вернулись, ну надо же, неужели кто-то на нас обиделся, столько хламу понанес бы. И они бы сразу объявили аврал и все это убрали. Не ради покойного демона, который лежит на Красной площади, зверюга, а то 20-21 апреля, 22-го, они в честь его будут чистить улицы. Это уже, как говорится, менталитет русского человека, грязь. Где что делал, бросил. Вот я иду все время, палочки подбираю. Вчера вещам собрал, где-то упали. Ни один ничего не видел, чтобы один наклонился. А вам ходить босиком. Ну собери сколько-то, подойди, вот она рядом кухни. Не в жизнь. Он не приучен к этому. Вы видели, вчера показали, как японцы могут. 40 человек. Они шагают, как рукой машут. И кто? Клерки. Это служащие каких-то банков или кто-то. Как они шагают, не видели? Вам надо показать. Это невероятно. Это невозможно. Как будто бы это какие-то маленькие фигурки на шахматной доске, ну и электроника их двигает. И они ходят по четверо, раз, мгновенно развернулись и круговую идут. Запятки идут оттуда 20, и друг друга как бы врезаются, ни один ни одного не задвигает. Все проходят друг через друга и уже на той стороне. И ни один ни одного не толкнет. Это точность до сотой доли секунды вымерено. Как сесть? Вот сейчас скажи, как сесть, они повалятся кто куда. У них так, он знает. На правую руку одновременно сели. Правую руку в землю, все одновременно. Теперь стоять! И один не успел шагнуть, вот так стоит. Как будто бы робот какой-то стоит. Кто-то успел нагнуться. Это специально для смеха сделали, это отдельное упражнение. Мы еще каждый день будем смотреть на японцев, чтобы понять, что мы никто. Рукава зачем сейчас тянешь? Уже сегодня который раз говорю. И вот прямо выкручивают, отрезать рукава ей. Они ей не нужны. Она мучается ими, они длинные у ней. Если японцу сказали делать, он будет делать. На кухне сказали этим стоять. Он уже бродит, уже смотрит, где пилил. А пилить-то как раз и не пилил, хуже всех пилил. Поставили тебя, тебе дали место. Я ему говорю, чем заняться на кухне? Там тебе еще не принесли хлеб. Кто с какой стороны стоит, сколько человек, он ничего не знает. Подвинь туда хлеб, пересчитай, сколько у тебя есть. Пересчитай всего, сколько в булке этих, сколько булок на один стол. У него это ничего нету. Мне это надо знать, я мгновенно стараюсь высчитать. Это математическая точность. А ему это не надо, он глаза закатил, и все, палец в рот, и нажваривает ногти. А ты посмотри, сколько сядет здесь, у нас новые люди, куда их посадить, где должно быть рядом хлеб, подать. То есть работа мозгам все время дается. Начал пилить, тоже пилят как попало. Подошел маленькие девочки, пилят лучше, чем большие. Я вам показываю, как надо, чтобы безопасности не было. Вот он тянет, стоит, пилу. Это вот так пилит. Пилите на одном месте. Я сколько прошел туда, посмотрел время, вернулся, пила на миллиметр не продвигалась. А зачем ему продвигаться? Это обед будет готовый. Вы его кормите, а он скажет, а тут кормили одними сухарями за мои 6 тысяч. У него уже в глазах туман. Вот сейчас наворачивает, чем бы оправдать свое это бездушие, скотство. Я взял эту щурку, мгновенно, ну сколько там, ну минуты две мы ее отпилили, вторую рядом тоже, только смотрим. И с кем пилю-то? Пилю с Ливией, полный взмах, как мужчина пилит уже.
А этот не знает, куда-то на живот себе пилу тянет. И не стыдно, главное, не стыдно. Игнатий Иванович? Вот что главное-то? Ну? Вчера Кирилл и Паша разодрались. Разодрались. Выходите. Ну, ходи сюда. Прямо так. Тут за Кирилл, я смотрю, в кулаки сжали друг на друга уже. Так, что случилось? Ну, началось с того, что когда первый раз я взял мяч и хотел тоже там врата забивать гол, они начали у меня отбирать мяч, отобрали. Я хотел схватить Пашу за руку, ну, чтобы приостановить. Ну, теперь на это, по частям, давай, по частям. Мяч отобрали. Ты отошел, дальше случилось, Будака? Нет. Нет. То есть вперед на полсантиметра не смотришь. Дальше что? Ну, дальше он мне на голову наступил. Наступил, ты все равно отступил. Вот с этой позиции отступил, ты отошел, дальше он на тебя бросился? Нет. Нет. Смотри, сколько вариантов было. Сколько моментов было, когда ты мог сберечь себя. Почему я отошел в этот момент? Потом пару минут пошел, я взял мяч, ну, убежал. А он меня подбежал вот за Келли и схватил. Вот хорошо, так. Но ты мяч бы не брал. Взяли его, ты пошел бы и помолился о Паше. Паша нуждается в молитве, он душу не верит, что человек. Он думает, что человек как таракан. Его сатана обольстил в таком возрасте, он не верит, что у человека есть бессмертная душа, что за все надо отвечать. И что человек бессмертен, подобен по образу Божию, он ни во что это не верит. И поэтому понятно, а что ты больше всего, Паш, не любишь? Работать не люблю. Ну понятно, что это будет жулик, пьяница. У него уже биография написана. Жрать-то любит, а работать не любит. Где будет брать-то? То вы только один, только воровать у того, кто работает. Сливать горючее у другого из чужого бака. Ну ты мог от него отступиться, ты же знаешь, кто я это. Я его оттолкнул, все. Отступился, когда морду, говорит, наквасили. Так, Паша, рассказывай. Мы играли в футбол, он играл мяч и убегал. Я, Лилия и Антим побежали за ним. Так, подбежать. Он побежал, и пусть бежит. Скажет, значит, игра будет по-другому. Давайте другую. За ним не побежали. Конфликт был бы? Нет. Нет. Момент. Дальше. Побежали за ним, я его начал бежать. Они так зачем побежал? То, чтобы отобрать мяч? Да. То есть перед тобой стоит задача отнять мяч. Ну, ты знал, что раз ты отнимаешь, а он берет, то вы уже не друзья. Ты уже вышел на тропу войны. Русские берут Крым. Ну, Крым это всегда был русский. Это такой момент, который даже рассуждать не надо. Ну, когда что-то захватывал Гитлер, то он знал, что не согласны с ним. Рано или поздно будут отбирать. В конце концов, башку проломили, застрелился или где он? Сгинул сатана. Но это и так понятно было. Царь хватал, Аляска, Порт-Артур, Финляндия, Польша. Это все в России было. Все отняли, ничего нету. Сколько душ положили. А Солженицын говорил, главная задача сбережения народа. Народа! В России каждый год прибывало при смертности, при всем, росло на 3-5 миллионов каждый год. К 2000 году русских должно быть 650 миллионов. Где остальные? Полмиллиарда сатана сожрал. Потому что всем объявили войну, а воевать-то не умеют. Ну и что дальше? Я начал бежать, они забрали мяч, и он начал меня толкать. Ну, толкнул тебя, ты отошел и сказал, я в самом деле вызвал конфликтную ситуацию, я отошел. Дальше ничего бы не было. Так я его даже не стал толкать, потом дядя Володя пришел. Уже отобрал мяч? Да. Ну, а что он говорит, что ты его душить? Когда уже отобрал, тогда ничего нет. Я его так зацепил. Ну, а так зацепил, он тебе не оторвал голову-то? Нет. Ну, даже зацепил так, ничего особенного. А как тебе больше-то? Если ты мяч, люди играют, схватил, побежал. Еще нормально это, что ли? Нет. Ну, не нормально. Ты против всех поднял восстание. Люди нормально отдыхали. Ну не буду же я стоять среди вас и смотреть. Понятно, что ты вмешался в чужую игру. Это хорошо, что тебя не съездили еще, не наквасили. Зубы тебе в рот по полочкам не сложили. Нарвался бы ты на свое. А рано или поздно нарвешься. Почему? Много болтаешь, думать тебе отказано в этом. Есть такое выражение, говорит, лицо не испорчено интеллектом. Давай, выйди сюда. Как было дело? Игнатий Тихонович, это уже не первый раз был. Кирилл у нас это второй раз уже мяч отбирал. Да. Почему про это промолчал? Я сказал же. Что сказал? Что дважды? Да. Два раза отбирал. А зачем ты отбирал? Я так и не понял. Ну, потому что они не давали мне тоже. Ну не давали тебе, и все, отошел. Ну ты один, а их там много играют. Ты совершенно не думаешь. Давай мысленно скажем так. Вот. Твоя сестра? Да. Она такого же возраста, как ты. Она бы это сделала или нет? Нет. Нет. В одной семье у вас отец и мать одни?
Как? В разводе. Да не, нет, я спрашиваю вопрос, я не спрашивал уже. Я говорю, вы одинаково величаете? По отчеству. По отчеству? По отчеству. А, да, один. Ну, все, тут спрашивают, мамка одна? Да. Почему разные вы такие? Почему ты избрал участь такую болтать, плохо работать и еще других обижать? Это совершенно не христианские качества, ты не в тот лагерь попал. Ты попадешь в другой лагерь, где тебя будут бить дубинками, решетка будет на окнах. Христианский лагерь, ее я возьму определенно, а тут подумаю, а тому почти наверняка будет отказано. Если не будет ходатайства от священника. Нам зачем это все нужно каждый день разбирать? Так, ты его, ему боль причинил? Я ему? Да ты. Нет. Как это мне? А? Как я тебе сделал, если не ударил? Я его вроде видел, ты меня начал толкать, я отошел. Ну я тебя толкнул, все. Ну толкнул-то это не ударил. Ну толкнул, все. Потому что мешался толкать там. Меня. На обоих наказать по всем горячих или обоих простить? Простить. Горячих. Лучше обоим горячих. Горячих. Понятно, это героический поступок. Вот за это прощаю. Люблю героев, становись. Я подумаю, может быть, и не откажу тебя в лагере. Что с тобой делать? Наказать тебя или нет? Наказать. А? Наказать. Тогда прощаю, становись. Молодцы ребята, правильные избрали. Вот. Никогда не лезь, когда играют другие. Или просто подойди и спроси, а кто старше у вас? А потом подойди к нему и скажи, вы меня примете? А ты, может, не умеешь играть? Ну, может быть. Я считал про одного, когда его случайно приняли в команду. Случайно. Потому что никого не было, он низенький ростом, а играть в баскетбол должен быть высокий. А никто не знал, что он тренируется. Он лежа на спине лежит, на спине на полу, и бросает издалека и попадает точно в корзину. Но они говорят, ну кого брать-то, он карапет такой недомерка, ну кого брать, никого больше нету. Его взяли, то ли ногу одному повредили. Он как начал играть, и команда выиграла. Так они не знали, куда его посадить, теперь он пошел и пошел расти. То есть он маленький, но он все время тренировался. Вы не будете тренироваться. Я ни одного не знаю, кто бы тренировался здесь. У меня были тогда ребята такие. Каждые свободные минуты они где-то на турниках или лазят, как обезьяны. Удерживать приходилось. Я расскажу сейчас вам одну сказку. Есть такая книжка, называется «Братья Бондаревы». Запомнить вам не трудно, надо два слова. Братья, они писали вместе сказки, братья Бондаревы. Он пишет про зверей, а надо понимать, наверное, и шире, кроме зверей. Жил медведь с медведицей, и у них было два сына. Одного звали Миша, а другого Спиридон. Мама больше любила Мишу. И вот меду надо достать. Она говорит, Спири, меду надо. Мамка, я в прошлый раз лазил, меня пчелы вон как нажалили. А Мишка вон, да, Спири, ну он же больной, не видишь, как он зябнет, он все время, ну, слазь уж. А как я полезу, дерево без сучков. Мать пошла ему, показала, как лапы делать, он завет, набрал меду. А Миша-то дома ест. Пришло время собирать малину. Как собирать, он не знает. Опять мать посылает его. А потом шепнула, Миша, если женщины такую деревню будут собирать, ты не трогай. А когда наберут полные ведра, ты как, рябкие, они ведра бросят, у тебя, но ты никого не трогай, а то мужики придут и убьют тебя. Он так и сделал. У него всегда с собой малина была. А Миша только ест. Миша все толще делается. А этот уже Спиридон, и стали искать себе жен. Ну, Спирит такой же приглядывался, какая работает хорошо, которая пилит нормально, шить умеет, тряпать. Он такой избрал себе. А тот, каково изберет-то? Он лежал, смотрел, ну, так, еще вроде хороший, спереди, сзади что-то есть у нее нормальное, медведица. Женился. И вот как только праздники приходят, Миша лежит. Ох, Настасья, кому бы в гости сходить, кто бы нас накормил? И Спиря тоже. Жена, праздник приходит. Готовь все. Кого нам позвать? Мы собрали здесь все. Правда, остальные медведи далеко живут. Мы скажем сороке, она любит летать.
чтобы она пригласила как можно больше друзей. Сколько радости-то у нас будет. Вот такая дальше пошла жизнь. Спиря все умеет делать, а Миша ничего. Я это просчитал, когда, и он когда все дела переделает, подойдет, мам, а что бы еще сделать-то? Да Миша все это, Спиря все переделано. Что бы еще такое сделать? Он уже не может без этого. Вон, смотри, у нас кто-то пасет, там овечки. Да. Давайте поприветствуемся и вернемся. Давайте. Да. Ура! А там кто у нас там пасет? Это Василиса. Василиса? Да. Ну давайте, громко крикнем. Доброе утро, Василиса. Доброе утро, Василиса! О! А можно попасть? Нельзя, спокойно. Никогда не зарывайтесь друг на друга, где вам нельзя победить. Еще сказку рассказать? Нет. Не надо? Да. А вот послушай, что дальше было. Однажды мы где-то этот как рявкнул, но одна женщина сильно испугалась. Мужик взял ружье, собаку шарика взял и пошел этого медведя убивать. Просидел. Долго, медведя нет. Приходит домой, а жена говорит, а что от тебя так воняет? Да что, говорит, я пришел, говорит, по следам, а нашел, где медведь живет, да его нет. Я, говорит, ружьем туда потыкал, нет, я, говорит, сделал засидку, только улетел. И, говорит, слышу, лапы мне на плечи кладет. Умом-то я понимаю, что это шарик, а сделать еще не мог, вот поэтому и воняет. А что выходишь на войну, думай, что с тобой будет. За стол. Лоточки, давайте. По возрасту, по месту. Каждое слово ложилось, а это я не крепко запомнил, потому что обида была, все прощены, и все не прощены. Никита, надо вынести кастрюлю. Кто-то будет говорить по слову, говорил, кажется, место. Сразу выходи сюда. Никита опять сел. Привязан будет за веревочку. Садись дальше. Никогда больше не страшно. Заходи, сразу садись. Так, все дома? Так, внимание. Так, я не вижу гостей, так что ты не... Где остальные это? Ну там с маленьким мальчиком они. Так, ни одного слова. Кто говорит, за стол не садится. Садитесь дальше. Где остальные это за завтраком? Где ваши? Они в келью ушли. Это не должно быть. Так, бегом сбегай. Руки-то высунь из кормы. Современные быстро все садитесь. Я вчера предупреждал. Все, кто попадает в лагерь, они попадают под наши правила. Отдельно кормить никого не положено. Если они отказываются, то, пожалуйста, до обеда. А до обеда уже на дрожже будет неприятно. Меня за стол не посадили, я уже знаю, что там. Шурик косолапый будет наворачивать на ухо. Я принесу сейчас. Вот это выдать. А сейчас принесу. Так, святая вода. Так, больше ничего надо не делать. Ваня, руки высунь. Стой нормально, мужество. Святая вода, всем по ложке. Сейчас, Аня, подожди, благослови. Ну вот так вот держи. Святой воды. Возьмите. Так, подождите. Где остальные? Будут или не будут? Я так и не понял. Я позвал. Так, а? Я позвал. Вот, ну да, надо узнать, в чем дело. Идут уже. Так.
Посмотрите внимательно. Мы сидим за столом, мы не можем начать есть, потому что двоих нет. Почему сразу не пришли? Это не касается. Это все заранее обдумать. У нас правила очень простые. Бери его, тащи, он же не может отдельно где-то сидеть. Заранее подготовиться. В 8 я предупредил. Как только пошли оттуда, мгновенно ходите, садитесь. Садитесь. Чтобы больше этого не было. Если вы опаздываете, то до обеда уже ни крошки вам не будет. Садите место себе. Вон там вот здесь маленько еще. Ванюта, туда двинь. Так, Ваня, сядь. Успокойся. Внимание. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Давайте прокричим, что требуется. Россия должна встать! Россия – это мы! Руки надо поднимать левее. Снова повторим, она не подняла руку. Россия должна встать! Россия – это мы! Прося не подняла руку. Ливия не Россия, просит. В чем дело? Снова. Россия должна встать! Россия – это мы! Надежда Васильевна не подняла руки. Нестор, ты тоже поднимаешь. Вот понимаете? Еще Паша не дает. Им очень нравится. Еще раз. Россия должна встать! Россия – это мы! Ешьте до сыта. Галя, вот черный хлеб. Вот. Так, все. Как только слово сказал, так выходи из-за стола. Так, это ваши сухарики, черный хлеб. Так, где мои голчата? Ну-ка давай сюда. Вика, возьми мне лучше ложечку. Я подкармлю самых маленьких. Так, значит, кто был черный хлеб, берите сами. Не надо хватать полностью. По кусочку так, хоть. Подай ей. Так, вашему дать тертую морковку? Будет? Нет. Ну давайте, так, попробуем. Один раз попробуем с тертым огурцом. Дежурный, идите сюда, что вы... На самой мелкой корочке это очень вкусно. Если не будет, сами съешьте. Малыша, так. Подними глаза. Тарасик, где ты? Братьям, я уже разнесла, пока ты смотрел. Вот это маленький. Вот он. Так, еще и нафа, давай сюда. Опустите руки, вам что-то у меня нацеплялось уже. Ничего уже не остается. Ну, ничего, Бог будет славить. Давай. Одна ложка мне достала. Ты к тому припёр. Сразу пьёшь. Очередь вставай. Это святая вода. Ложечку, ага. Так, мне сразу полную кружку компота хлеб обмакиваю. На, Ваня, так не держи, размешай его. Да, маленький робот давай. Позвонил у нас на Кузнецка Михаил Кальмаев. Выехали двое из Кемеровской области. В среду должны приехать 4 человека из Краснодара, там и с юга. Дальше будет видно. На четвертое булочки, печенье и яблоки. Паша, наберем себе микрокалки. Надеюсь, еще не дали? Корец самый маленький поставили. Почему этого не поставили? Можно выйти из-за стола? Он меньше ее. Ей надо сказать, ему надо поставить. Игнатий Тихонович, можно выйти из-за стола из-за ребенка? Спрашивает, можно выйти из-за стола? Пожалуйста. Из-за ребенка? Пожалуйста, пожалуйста. Не обожгите, только аккуратно. С ребенком можете не приходить даже, потом сядьте, поедите. Но один раз должны все-таки его убить. Дети Надежде Васильевне. Это маленький. Дедочка, не отдавай там. Ну, Василиса.
Надо заранее договориться.